18 мая Одинцовский центр эстетического воспитания вновь принимал педагогов дополнительного образования. По итогам всех испытаний конкурса «Сердце отдаю детям» в финал вышли 9 лучших человек. Педагог – это не просто профессия, это зов души, это каждодневный труд – научить детей чему-то новому, вкладывать в них любовь к прекрасному. Это огромная ответственность, умноженная на терпение и взаимное уважение. Сегодня в этом зале мы приветствуем гостей и участников финального этапа. Мое педагогическое кредо районного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». На рассказ о себе и своей профессии было отведено несколько минут. Анастасия Коваленкова смогла представить свою работу и то, как любит детей с помощью театрализованной постановки «Маленький принц». По результатам голосования было принято решение дать заслуженную награду именно ей. Я хочу поблагодарить вас всех, потому что именно ваша работа, именно ваши старания помогают нашим ребятам, нашим детям вырасти, открыть их таланты, вырасти такими необычными, разносторонними. Потому что наука, конечно, есть наука, это замечательно, когда ребята познают ее, но без ваших усилий, без вашей работы. Фрагмент из «Маленького принца» я сегодня выбрала не случайно. Эта история, написанная Антуаном де Сент-Экзюпери, в этом году стала для меня знаковой. Взявшись за эту постановку, я поняла, насколько сильно она перекликается с моей педагогической деятельностью. Ведь каждый педагог, как маленький принц, приручал лиса, так же каждый день создает узы и приручает своих маленьких воспитанников. Конкурс «Сердце отдаю детям», мне кажется, одним из очень важных конкурсов, потому что существует конкурс «Педагог года». И так как сейчас школы немножечко перешли в ранг именно образовательных учреждений, все воспитание осталось на учреждениях дополнительного образования. Поэтому я считаю, что этот конкурс нужно поставить в один ряд. Подготовка занимает действительно достаточно много времени, потому что мы стараемся максимально за короткое время, максимально широко открыть свою программу и свою деятельность, показать хотя бы по маленькому кусочку все, что у нас есть. Конкурс «Сердце отдаю детям» проходит на территории Одинцовского района не первый год. Он призван способствовать выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного образования и инновационного педагогического опыта. Здесь нет проигравших. Все участницы раскрыли свои таланты, показали свой творческий потенциал и приобрели бесценный опыт. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Это отражает